Финалист. Что пьем? Бекеров. Терпел до последнего. Секретное оружие финального стола. А вы играете и состояние алкогольного опьянения так же хорошо, как и трезвые? Нет, с чем это связано? Ну, это немножко меня раскрепощает, просто, на самом деле. Насколько я помню... И еще я могу спаивать и делать пьяный вид, очень мне нравится. А если я помню, мы с вами были на Багамах, на PCA в этом году, и ну вы там не пили, кажется, на турнирах. На турнирах, на финал, как я всегда пью, на финал. А на Багамах бекеровки не было, там приходилось виски всякие, не очень уже. И вот если где есть бекеровки, у меня везде результаты гораздо лучше в Восточной Европе, где есть бекеровки. Украина, Прага, ну и в России, конечно. Вы знаете, что можете стать первым игроком, который выиграет дважды РПТ за Bain 2000? Да, поэтому, хотя я два раза был самым карандашом в турнире, два раза был чип-лидером, но не хотел бы, чтобы кто-нибудь мне предлагал делить, потому что отказываться вроде как бы не очень хочется, но и мечтаю выиграть второй раз, поэтому не хочу, чтобы кто-то предлагал даже. А если предложат, например, дядя Юра? Ну, дядя Юра мне отдаст, если первое место, я скажу, я без титула не уеду, без медали. У меня, кстати, приличная коллекция дома медалек уже скопилась. Сколько побед? Три золотых, серебряная и бронзовая. Это все в разные турниры. Именно с РПТ? Да, с РПТ. Мейн, Амаху выиграл, китайский третье место. И Николай Евдокова первое место уже занимал первый турнир. Ну что ж, удачи. Спасибо.